Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и я представляю вашему вниманию самую супержрунную игру про самого супержруна, которого вы только сможете найти. Игра называется «Покорми жиробаса». Или как-то так, «Feed the Fat», как, по-моему, так на английском. «Touch to Start». Давайте «Touch to Start», «Feed the Fat», как бы, все прочее, да? Так, и будет у него пузо, как гора Арарат, наверное. Не знаю, какая рифма еще тут может подойти. Смотрите, пацан хочет жрать. Tap on the guy to make him eat. The more he eats, the fatter he gets. Тапайте на парня, чтобы он жрал. Чем больше будет жрать, тем больше будет жреть. Логично, логично. Это обучение. Значит, желтая вот эта херня — это калории, которые нужны, чтобы набрать вес. Красная херня — это сбросить, да? Yes. Монетки, килограммы на следующий уровень. Жрешь — тебе платят. Прекрасная жизнь, я считаю. Холодильник, чтобы купить новую еду. И ты мог бы жреть еще сильнее. Такие скромные немножко запасы. Понимаете, парень, он как бы решил, сами знаете. Я, кстати, сейчас кое-что проверю. Смотрите, берем, вот музыка у меня тут включена. Ага, звуки все-таки в игре какие-то есть. А то музыки вообще нет. Давайте я немного потише сделаю, чтобы мы слышали эти хрусты. Хрусты замечательные. Прекрасно. Я считаю, прекрасно. Ой, ой, жрунчик, ну давай. Ну давай, раскормись. Раскормись как следует. Очень, как мы можем видеть, да, скромные запасы еды, как я уже говорил, но на всякий случай человек просто не хочет похудеть, понимаете? Человек мало кушает достаточно, мало кушает, поэтому на всякий случай решил перестраховаться, взять чуть больше еды, чем обычно. Ну, где-то так, килограмм на 500 чуть больше. Ну, бывает. Кушаем, продолжаем. Мы можем что-то конкретное выбрать? Нет, не можем. Он выбирает сам. Это свободный, знаете ли, человек. Он сам осуществляет свой выбор. Некоторые люди не любят еду, чтобы она тратилась понапрасну. Да, 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 это мы. Это прям про нас. Смотрите, мы заполняем сейчас вот эту срань. И мы прокачиваемся, да? 65 килограмм были, да? А стали все равно 65 килограмм. Так, я что-то не понимаю. Мы вообще... 65 килограмм, это, если кому интересно, мой вес, кстати. Это мой вес, я вешу реально вот 65 килограмм. То есть это фактически симулятор меня. Симулятор меня, но только я, конечно, ем... Ну, чуть-чуть меньше. Ну, чуть-чуть меньше ем. Ну, бывает, да. Бывает, что я так... Диеты для людей, которые тощие и уставшие от них вообще. 66 килограмм. Гляньте-ка. Я набрал килограммчик. То есть сейчас я, если я сейчас вот эту красную херню заполню опять, я еще наберу килограммчик, серьезно? Это так работает? Это так? Ну ты слушай, жрун. Ну ты жрун конкретный, надо отметить. Подождите. У меня... Оу, тихо, секунду. У меня только один вопрос. Допустим, я набираю... 67. Фантастик! Жиробастика, фантастика. Я даже не знаю, как это адекватно эту игру слов перевести. Как адекватно перевести эту игру слов на русский язык? Ну, в общем, мы продолжаем кушать. Кушать продолжаем. Мы продолжаем, что называется, отвечать званию, соответствовать званию самого жрунного жруна, как говорится, на свете. Нам нужно набрать 13-12 кг, смотрите, уже чуть меньше, да? И это будет какой-то следующий уровень, наверное. Кстати, что-то там в холодильнике, давай откроем его. Candy Play, одна калория, так, ясно, тут как в кликерах мы прокачиваемся, но для этого нам нужно золото. Золото, как бы, как видите, золото зарабатывается достаточно геморроидным процессом, геморроидальным, то есть это 3 золота у нас всего. Кто-то там жрет еду, видит еду, жрет еду, какая-то надпись наверху, но я не рассмотрел, если честно. Давайте еще немножко конфеток, еще немножко фастфудика, да. Человек провозгласил: я решил стать вегетарианцем. И это было, значит, так. И это я пропустил стейк. Решив стать вегетарианцем, я пропустил стейк, да. Слушайте, тут прямо цитаты великих жрунов. Цитаты великих, мать его, жрунов просто нам в лицо прям кидаются. Диеты для людей, которые тонкие и уставшие от этого, от всего вообще. От всего уставшие. Да-да-да, я тоже так, я тоже так. Это прямо, знаете, эта игра, это прямо мотиватор к ожирению какой-то. Это, знаете, это просто демотиватор, я бы сказал. Это фитнес-демотиватор. Некоторые люди не любят, когда еда тратится понапрасну. Вот цитаток бы побольше бы надо, потому что я так думаю, что мы одни и те же цитатки прочитаем еще много раз, да? 71 килограмм, смотрите. За 4 минуты примерно геймплея мы потолстели на нормально, на 6 кило потолстели. На 6 кило мы потолстели.
Слушай, а когда твое пузико будет увеличиваться чисто вот, ну знаешь, визуально? Когда мы визуально посмотрим на щечки очаровательные, вот, толстенькие такие. Осталось мне 8 килограмм набрать. У меня, кстати, монетки, 7 монеток, да? Я могу еще, между прочим, прокачиваться. 7 монеток, это я могу прокачиваться, чтобы вы понимали, да? Это еще вот 8, и я там конфетку, по-моему, могу купить. Если я ничего не путаю. Купив конфетку, наверное, будет, может быть, по 2 килограмма каждый раз прибавлять. Ну, по 2 калории, точнее. А то мы как-то калории очень медленно набираем, да? Я думаю, вы согласитесь. Ну-ка, смотрите, вот, мне говорят, иди сюда и купи теперь что? Правильно, кэнди, 8G. 8G, а дальше надо аж 61G, понимаете, нам будет. 2, да, плюс 2, как я и думал. Смотрите, вот это другое дело, вот это уже пошло, поехало процесс. Это уже серьезно. А то что-то ты там на один зуб перекусываешь. Давай уже нормально давай нормально уже поедим, в конце концов. Уже самое время, я считаю, настало. У меня, кстати, рука устает, между прочим. У меня рука устает, как у него челюсть не устает, я не знаю, я бы уже все зубы, наверное, потерял. Я бы уже вывихнул эту челюсть бы нахрен просто бы от этого говна. Но он как-то терпит, он как-то справляется, у него как-то выходит. Процесс пошел несколько быстрее, смотрите, 76 килограммчиков, но внешне он не меняется абсолютно. Наш жирун не меняется внешне абсолютно. Он жрет, и жрет, и жрет, и не меняется абсолютно, понимаете? Абсолютно не меняется. Слушайте, хрусты какие-то громкие, давайте, может быть, мы для баланса немножко... Погромче музычку сделаем, да? Немножечко буквально вот так. И, в общем-то, продолжим похрустывать. Похрустывать мирно, нежно, как говорится. Мирно, не знаю. Всячески. Кушаем, да, мы только здоровую пищу, правильно? Что у нас там? У нас там пончики, у нас там картошка фри, у нас там бекон, у нас там хот-доги. Ну, здоровая атлетическая пища, прям, знаете, просто пища богов, мать ее. Все только такую и едят, да, все только такую и хотят. Ну, как видите, действительно достаточно быстренько. Фантастик, ты набрал вес и слайс за салами. Порежь саламю, порежь. Окей. Так, у нас ограниченное время на это дело, кстати. Потрясающе. Две монетки. А что мне дают эти монетки? А, две монетки, да, все правильно. Ну, монетки мне, соответственно, дают, это же деньги, да? Это же деньги, это мы прокачиваемся. 80 килограмм. Смотрите-ка, 81 килограмм. А мы все быстрее и быстрее, Давай, сейчас 82 килограмм. Вишенка летит какая-то. Ее можно поймать? Нет, там вишенка. Там вишенка летела. Вон конфеты сзади летят, кстати. Там курица летит, по-моему. О, вишенка. Не, вишенку поймать нельзя. Этот парень, амбидикстроус. Он может жрать сахар обоими руками. Я не знаю, как переводится амбидистрокс, поэтому я не смогу адекватно перевести эту шутку, это было или что это было. Слушайте, ну надо набрать 100 килограмм, я считаю. Что это за супер-жрун, который не наберет 100 килограмм? Он должен это суметь. Посмотрите, как его челюсти работают. На 100 килограмм идут по-любому, я уверен. Давай, так, еще калории, все. Ну, хоть быстрее, знаете, это говно наполняется, и то радует. И то радует, что быстрее наполняется это говно. А вот этот вот желтый столбец, он вообще нахера сдался? Вот я не понимаю. Он нахера вообще сдался, этот желтый столбец, мать его. Он как-то не очень-то особо, если честно, исчезать там куда-то думает. Может быть, если я ничего не буду кликать, он исчезнет. И тогда надо будет по новой набирать желтый столбец, потом опять набирать красный столбец. Наш главный герой начнет худеть, бедолага вообще. Исхудает, ему надо кушать хорошо, он реально может исхудать. Посмотрите на него. Смотрите, еще немножко он реально вот похудеет окончательно совсем. Ну и что это будет? Давай, ты ж хочешь быть полненьким, красивеньким мальчиком, да? Давай, надо еще чуть-чуть покушать. Ты не так уж много ешь, надо еще чуть-чуть немного поднажать. Я считаю, что ты реально, ну, ты не стараешься достаточно. Ну что это? Настоящие мужчины так не питаются. Надо немножко еще, вот маленечко, буквально вот еще быстрее. Челюстями своим пошевелить, блин, падла. Да, сейчас 100 килограмм наберем, ух, красота будет. 100 килограмм наберет, и я уверен, что он должен поменяться. Он должен, падла такая, поменяться, я думаю. Если он, блин, не поменяется при 100 килограммах, я вообще не понимаю, ну, он когда-то это собирается делать или нет? Давай, вот так вот, быстрее. У меня уже стол начинает трястись от этих вибраций, которые я делаю пальцем на мышке, да? И это речь не о том, что я насилую мышь, нет. Это речь о том, что я кликаю очень быстро на левую клавишу, да? Так, ну тут придется уже немного, наверное, притормозить, потому что у меня уже реально рука устала. Ой, ты еще, смотрите, sweet или salty? Swipe left or right? Ну что это значит? Sweep? А, я понял.
Что это? Ага. Я должен, короче, продукты рассортировать, да? Да, блин, ты куда? Ну, давай. Кто сказал, что шашлык обязательно соленый? Так, сколько мы? 13, да? 13 очков. Все? Что? Это конец, нет? Бонус челлендж. Свайп лефт, орайт. Ну и что? Я не понимаю. Ну, кстати говоря, я могу в холодильнике прокачаться. Смотрите. Сколько у меня? Подождите, сколько у меня? 24 денег. У меня 24 денег. А что я могу купить за 24 денег? 25. Почему холодильник был подсвечен? Я ничего не могу купить. Тут все сильно дорого. Вот это цены! Вот это цены пошли! Слушайте, эта игра бесконечна, что ли? Так, подождите, давайте-ка еще сейчас. 25 монет, по-моему, надо заработать. Вот я заработаю сейчас 25 монет, и я стану вообще жиробасиком. Жиробасиком стану. Вот, смотрите, смотрите, вот, зажглось, зажглось. Так, давайте теперь. Теперь крутим, вертим и на самый верх. Да, что у нас тут? Оранж джюс. Апельсиновый, мать его, сок. Давай. О! О, вот это другой разговор. Это 100 килограмм только так. 100 килограмм, ребята, только так, ребята, я чувствую. Я уже чувствую, как 100 килограмм к нам приходит. Так, 97, 98, фантастик, давай. Сейчас, 99, и еще разочек, ну давай, на соточку, ну на соточку уже. Ну разбухни уже немного, а, уже надо разбухнуть тебе, парень. Нет, он все такой же дрыч. Все такой же дрыч, падла, 100 килограмм. Да ты гонишь, что ли, а, чувак? Пора жиреть, я считаю, пора реально жиреть. Ну что, о чем это, о чем разговоры вообще? Что-то он пока не торопится, да? Fat needed, смотрите. Так, 7 килограмм еще надо набрать, и что-то будет. Ну давай попробуем. Сейчас еще 1 килограмм наберем и разберемся, что хотят от меня вообще. А, понятно, и мы начинаем. Sweep you to flee the omelet. Что это значит? Хоп. Я не понимаю. Я не понимаю, чего куда свип. А, сейчас, секунду. Что-то я что-то сделал, ну блин. Ошибки 2, правильно 0. Блин, а можно эти бонусные челленджи нахрен убрать? Я вообще не понимаю, как с ними функционирует. О. А, вот и все, ясно. Ясно, ясно, я понял, как делать. Итак, ребята, обращаю ваше внимание, мы уже подбираемся к цифре в 200 килограмм. Посмотрите, посмотрите на него, посмотрите на это щечело, посмотрите на эту рожу. Она уже не пролезет ни в одну дверь, скорее всего. А ведь тут, наверное, можно дойти до 500, я, наверное, думаю, до 500, до 500, не знаю, до 500 килограмм можно дойти, мне кажется, и до 1000 килограмм, наверное, можно дойти. А может и нельзя, не знаю. Не знаю, но мне кажется, что можно, потому что в холодильнике еще предметов, которые... Ой, вы, ну вы видите, да? Тут я думаю, что можно 2 тонны вполне весить. Я думаю, вполне можно вести гребаных 2 тонны. Но мы пока, ребята, давайте дойдем до 200 килограмм хотя бы, поставим себе такую цель. Рука у меня уже конкретно устала, что правая, что левая, потому что я кликаю обеими руками, чтобы нажрать этого чмошника как следует. Понимаете, прям от души его нажрать, прям чтобы нажрался, прям ух нажрался, прям так отожрался, чтобы никогда больше столько... Не жрал в своей жизни, понимаете? Чтобы вот мы ему... Знаете, вот бывает суточная норма калорий. Бывает недельная норма калорий, месячная. А мы ему устроили, наверное, эпохочную норму калорий, понимаете? Это норма калорий, которую человек за 2000 лет, я думаю, нехеровенько так может нажрать, понимаете? И то, если постарается. Эпохочная норма калорий, ребята. Это человек... А также норма калорий, которому... Пох на свое здоровье, поэтому она эпохочная, эпохочная, абсолютно ему, он абсолютно эпохочный по отношению к своему здоровью, да, и сожрал реально еще и как целую эпоху, реально, целую эпоху сожрал просто, понимаете, всех, наверное, жителей земли он мог бы сожрать бы спокойно, всех князей, королей, бомжей и вообще прочих, да. Еще осталось 3 килограмма и будет 200, еще 3 килограмма и 200 будет, еще 3 килограмма. И килограмма, и еще 3, да. В общем-то, вот так. Еще 2, и еще 2. Ну давай, ну, посмотри, какой полненький. Такой дрыщ начинал был. А сейчас такой жирненький на вид. Прям вы гляньте на него, и он все не угомонится. Он все не угомонится, он поставил себе великую цель. Достичь веса, я не знаю, в сексилиард килограмм. Не знаю, какую цель он поставил. Фантастика, суши тайм. Swipe when sushi gets here. А куда свайп-то? А куда свайп? Куда? А, вот так свайп, да? Хорошо, так, два суша. Два суша, три суша, четыре суша, шесть суши, шесть, 12 монет, и вот оно, 200-килограммовое нечто. Ну ладно, я думаю, мы на этом можем закончить.
Вы там пишите, нравится игра, не нравится, там лайки ставьте, комментарии, подписывайтесь на канал, по вашей реакции будем думать, играть в это дальше или нет, достигать ли дальше новых высот и широт, да, души русской, да, тоже будем думать, все будем думать, но пока что точно заканчиваем. В общем, вот так вот. Так что вы знаете, что делать, если вам понравилось это видео. Также не забывайте колокольчик, не забывайте вступать в группу ВК. И, в общем-то, на этом все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.